Всем привет! Сегодняшнее видео у меня видео-вопрос, так как уже дней 6 я не могу загрузить видео. Дело в том, что он мне выдает ошибку. Я всегда пользуюсь YouTube редактором, сейчас я как раз сюда и зашла. Как видите, все на английском, потому что не в России я живу. Так вот, заходим в YouTube редактор. Вот здесь внизу, как видите, у меня все загружены видео, которые я пытаюсь соединить воедино. Так вот, когда я нажимаю на кнопочку «Опубликовать», вот здесь вся и трудность, так как вот он не выдает внутреннюю ошибку сервера 500. Я написала на форум, Google Group называется, они мне, ребята мне посоветовали вот обновить. Я обновляю, опять нажимаю на «Опубликовать», и та же самая история повторяется. Вот, еще есть такой вариант. Внизу «Помощь». Я попробовала этот вариант. Здесь у нас выходит окно, и в окне... Так, сейчас... Да, и в окне здесь нужно написать, что мы хотим узнать. Ну вот, я, допустим, написала «Ошибка». Ошибка, поиск, он мне выдает здесь статьи, которые могут быть полезны для меня. Но никакие из этих статей я прочитала все и... перепробовала, ничего, конечно, не помогает. И я, значит, справа здесь есть «Послать обратную связь». И вот здесь автоматически обновляется. Так вот, обратную связь. Ну, я им, конечно, здесь написано, напишите, пожалуйста, краткое описание. Я им, конечно, все написала. Я раз 6 писала. Но сейчас вот для примера я... Пишу просто название ошибки. Так вот, и высылаем. Он грузится. Когда высылаю, мне потом приходит такое сообщение: спасибо, мы не обрабатываем каждый из заявок, но постараемся сделать все, как бы, все возможное от нас, чтобы исправить, помочь вам исправить эту ошибку. Так вот, ребят, я каждый день захожу, каждый день пробую, ничего не меняется, ничего не получается. Если у вас такая же ошибка была, или на данный момент вы тоже не можете загрузить, и вам выдает вот эту 500-ю ошибку, ну вот они пишут, спасибо за обратную связь. Пожалуйста, напишите в комментариях или мне на почту, как вы... Может быть, вы знаете, как можно исправить это там, или ну, какой-то еще вариант. Я, конечно, буду стараться над этим работать и еще попробую, но буду ждать от вас ответов. Ну все. Спасибо большое всем. Пока-пока.